Бельгия предотвратила теракт на конференции под Парижем. Пара бельгийских подданных иранского происхождения планировала устроить атаку на многотысячной конференции недалеко от Парижа. Правоохранительные органы Бельгии задержали двух бельгийских подданных, заподозрив их в подготовке террористической атаки во Франции. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщает Associated Press. Отмечено, что задержанные – пара из Ирана. Их взяли под стражу в городе Валюви-Сен-Пьер. В рамках этого расследования Амир С. родился 26 апреля 1980 года, и его жена Нашимиен, которая родилась 20 сентября 1984 года, бельгийские подданные иранского происхождения, были помещены сегодня под арест судебным следователем Антверпена, специализирующимся на терроризме, говорится в сообщении Федеральной прокуратуры Бельгии. По данным правоохранителей, им предъявили обвинение в покушении на убийство террористического характера и в подготовке преступления террористического характера. При этом в автомобиле задержанных обнаружили компоненты для сборки бомбы, в том числе детонатор и взрывчатое вещество. Сообщается, что пара планировала устроить атаку на конференции иранской оппозиции, которая прошла недалеко от Парижа 30 июня. В прокуратуре сообщили, что на этом мероприятии присутствовали около 25 тысяч человек. Ранее сообщалось, что во Франции задержали 10 человек за подготовку атак на мусульман. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.